Всем доброе утро. Мы сегодня это утро встречаем с мужем. А мы проснулись, валялись до 11, целый час валялись в телефонах. Сейчас будем готовить завтрак вместе с Алексеем. Ноутбук старый, хорошо, что я его не продавала, потому что интервью я буду монтировать здесь. Спрашивают, почему я курс монтировала там и интервью. Потому что там есть программа Sony Vegas, которая супер удобная, и там я могу соединять звуковую дорожку с видеодорожкой. А на iMovie я почему-то это не могу сделать. Но мне же нужно вырезать очень много, нарезать интервью. Записалась к врачу на понедельник, послезавтра, потому что я сейчас мыла голову, просто наклонилась, я не могла подняться без помощи рук. Боюсь заниматься сейчас йогой, потому что вдруг у меня там что-то вылезло на пояснице, или грыжа, или что-то такое, и я только буду усугублять свое положение. Я вчера занималась йогой, и мне безумно было больно после занятий йоги. Я вообще в шоке была. Я решила, что я пока никаких упражнений делать не буду. Схожу завтра к врачу в университет, он там принимает. Прием, кстати, не очень дорогой, 1200 рублей всего стоит. Надеюсь, что он не даст направление на МРТ. Я схожу на МРТ, сделаю себе поясничную, ну, МРТ поясницы и сравним со старым МРТ. Надо будет еще ему сказать, что мне становится намного легче после того, как я лежу на иголках Лепко, и вообще можно мне на них лежать или нет. Смотрите. Мандаринки остались. Да. Смотри, проснулись они. Проснулись. Какие лапочки. Сюда поставлю. Так. И, как всегда, покажу вам лук. Тан-тан-тан-тан-тан! Смотрите, какой он большой. Вот тут еще повылазило. Вот тут, вот тут, вот тут. И вот здесь вот вылазит. Вот. А еще, кстати, знаете, мы живем напротив офисного центра. Не буду говорить, как он называется, но тот, кто с Тюмени, он знает. И вон там, на втором этаже. Пусть ест. Мы все равно есть не будем. На втором этаже, вон там, видите? Блин, куда я показываю? Короче, вот здесь, на втором этаже, делают шугаринг. Алексей такой кричит мне. Типа, о, тут делают шугаринг, смотри. И там девчонка просто на раскоряк на этой кушетке. Ей делают шугаринг. Капец. Открытая камера. Ай, какой муж молодец. Все сложил. Ой, будет пылесосить. Это все, чтобы не готовить. Занимается всеми домашними делами. Короче, я сейчас поставила кастрюлю на плиту. Поставила воды. И буду закидывать туда по одному яйцу. Два яичка мне, два яичка Алексею. И да, мы вчера не помыли посуду. Мне было лень мыть посуду, Алексей сказал, хорошо, я помою. Пожалуйста, принимайте работу. У меня сегодня яйца пашот. Такие, блин, такие, я их обожаю. Мне кажется, кальций не хватает. Почему у меня под лопаткой болит? Не знаю. Здесь пирог, который готовил Алексей, видите, он подгоревший. Но он безумно вкусный. А еще я очень люблю капусту в последнее время, квашеную. И хреновину. Но хреновину я давненько люблю. Вот. О, это что прорастает? Это там овес, да, для кошек. Сандра! Что? Такая красавальная. Как я и говорила раньше, у нас не бывает такое, что, допустим, я
лежу, а Алексей все делает по дому. Либо же наоборот, муж лежит, а я делаю все по дому. У нас все это в тандеме, быстренько все вдвоем сделали. Я пока развешивала вещи, сухие убирала, а Алексей там на кухне делал дела свои. Беги уже отсюда. Все, там тебя он не достанет. Я взяла с собой свою поддержку и опору, чтобы не упасть где-нибудь в канаве. Одели стекло, на улице как-то холодновато. Идем платить за аренду помещения второго. Которая на понедельник, потому что в понедельник я иду в больницу. Если не станет легче, то пойду мне вне отложку, но это не точно. Что вы можете сказать по этому поводу? Зима. Что? Зима. Зима? И все? Хоть первое слово стал говорить. Какими-то невнятными словами. Тащим воду в студию. О, она открыта. Несу денежки за аренду. Без удачи. Мы пришли домой. Гости кота. Я не могу ходить. Что с моей спиной? Я когда наклоняюсь вперед, у меня мышцы растягиваются и чуть полегче становится. Я вот думаю, может быть, мне позаниматься, но я боюсь, что мне станет хуже. Что мне сделать? Давай ты принесешь сюда ингредиенты для блинчиков. Я скажу, какие, и я здесь приготовлю тебе, сидя. Я их продала. А почему мы не можем теперь до верхней полки добраться? Я на все верхние полки могу залезть. Залезть туда? Я и залажу, как по лесенке. Что, кот? Чего ты орешь? Чего вам надо? Кушать. Ты их кормила? Да. Это вообще, по-моему, ворчит, ходит. Он хрустал. Вот. Что тут лезет? Он ходит и смотрит, что я делаю. Иногда все спрашивают, ты вообще разговариваешь? Умеешь разговаривать? Вот. Я выбирала себе немого мужа. Нет, не закрывай. Держи, поснимаешь. Что-то у меня не распределяется так, как нужно. Наверное, масло мешается. Еще по краям оставлю. Мне кажется, это Ой, слишком он жидко. Заговорил. Мне кажется, это слишком... Это чудо. Слишком жидкие блинчики. Вы правда ли? Да. Сейчас проверим на первом блинчике, если что, добавим муки еще.